Ой, знаете, вот эти, которые, получается, ну, проезжая часть, основные дороги чистят, а во дворах... Да, материться же нельзя, да? А, ну пипец, короче, полный. Состояние городских дорог водители оценивают как удовлетворительное. Стоит понимать, что чистка городских дорог – дело Альметьевского управления автодорог. А дворы и прилегающие к ним территории – забота управляющих компаний. Недавно были в городе Казань. В Альметьевске намного лучше, чем в Казани. Дороги. Там вообще не чище, ни во дворах. Так, проспект только Победы. Только за недавно минувшие праздники из города вывезли больше 11 тысяч кубометров снега. Постарались 220 рабочих и 330 единиц спецтехники. На сегодняшний день работаем на улице Чернышевского, Белоглазова по вывозке снежного вала. Но сначала эти валы нужно сформировать, чтобы потом с помощью погрузчиков раскидать его по самосвалам и вывести в снежный карьер. Мы ни один день не стоим, работаем круглосуточно. В день выходит у нас 30-35 единиц техники. И около 30 человек рабочих выходит на уборку города. Пока приоритет отдается самым проблемным или самым проходимым городским улицам. Если говорить о тротуарах, то по ним должно пройти не меньше 500 человек в час. Одна из самых частых жалоб от пешеходов – реагент портит обувь. Реагента слишком много, ботинки разъедает. А так дороги чистят хорошо, молодцы. Дорожники, в свою очередь, стараются не использовать его без необходимости. Ну, где уже есть там накат, мы подсыпаем щебеночной крошкой, чтобы не было там скользкости. В этом году мы для этих видов заготовили более 150 тонн щебеночной крошки. Автодороги обрабатывают минеральным галитом. В этом году от экспериментов решили воздержаться и продолжить работу в штатном режиме. Как говорят в управлении, больших жалоб от жителей не поступало, поэтому реагент будет использоваться на главных транспортных артериях города, где плотность потока больше 1000-1500 машин в час и ходит общественный транспорт. Речь о 9 городских улицах. С первых снегопадов с городских улиц вывезли больше 37 тысяч кубометров снега.